Автомат Pink ID. Очень плотный. Так, а вот так выглядят сами растения. В теплице очень влажно. Вот у нас такая пушка. В действии я показывал уже, если кому интересно, можно посмотреть на канале. Значит, одна у нас ставится в одну сторону, туманообразователь, второй туманообразователь в другую сторону. Листовые обработки проводятся так, холодные ночи. Заводятся вот эти дизельные пушки. Ну, я хотел показать другое. Я хотел показать, как выглядит сейчас верхние кисти на Pink ID. Да? Мы видим, что томат достаточно крупный. Вот у нас уже это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот 7, седьмая кисть. Седьмая кисть, есть сложные кисти. Вверх мы тоже видим, что он у нас крупный, даже вот посмотрите здесь. Температура в теплице сейчас, я думаю, ну градусов, наверное, 15, наверное, может 14, не больше. И у нас верхняя еще кисть. В общем, что хочется сказать. Гибрид, вообще Pink ID, я советую высаживать все-таки весенний оборот, потому что, если кто-то помнит, первые видео, нижние кисти, они у нас завязались, ну, скажем так, не очень хорошо. Где-то было чуть лучше, где-то было чуть хуже. Вот. Но завязались они не так хорошо. Шмель работал, но тем не менее кисти были неполноценные. Где-то было два, где-то было три плода. Вот они, красавцы. Уже здесь частично она убрана, кисть. Вот она, следующая. Следующее. Томат плотный. По питанию, значит, по защите периодически даем свич, даем луну. Примерно раз в неделю чередую эти препараты. Давали топаз. Не топаз, а танос. Вот. Это по фунгицидным обработкам. По инсектицидным, ну, чаще всего профилактически у нас либо идет ТПК с децисом, либо валям флекси. Сильно больших проблем в этом году, слава богу, не было. Вот. По питанию сейчас нам нужно наливать верхние плоды. У нас есть даже вот такие вот сложные кисти, их много. Поэтому, естественно, оно очень-очень с большим содержанием калия практически всегда. Азот у нас идет только в нитрате, нитрат калия. Но если мы даем нитрат калия, мы даем его всегда совместно с монокалием фосфатом. Даем очень хороший препарат, я вам всем его советую. Называется калий комплекс от компании Phytoferd Energy. Калий комплекс, значит, на эту теплицу мы давали, начали с литра. Здесь у нас порядка 4000 растений. Начинали с литра и далее уже давали по 1,5 литра. Потом 1,2 и дошли до 1,5 литра где-то раз в неделю. И действительно, даже несмотря на то, что температура в теплице, ну, очень-очень не способствует тому, чтобы у нас хорошо наливались томаты. Вот. Тем не менее, калий комплекс очень помог. Конечно, мы его давали
не только калий-комплекс, мы даем сейчас, чередуем сульфат калия с сульфатом магния и чередуем монокалий с нитратом калия. Кальциевая селитра у нас также присутствует, потому что без нее никак. Нам нужно, чтобы у нас хорошо держались сами плоды. Нам нужны они, видите, какие? Здесь вот, ну, грамм 400, наверное, будет весить такой томат. Вот. По плотности примерно как мейшуай, то есть очень транспортабельный гибрид. Вот, даже в розовый он очень плотный. Ну, в общем, что можно сказать? То, что нам этот гибрид не додал высокую температуру, он нам сейчас это дает в верхних кистях. Это все у нас из-за того, что у нас было сильное снижение. Немножко мы не могли давать, не было еще пушек, не могли дать по листу фунгицид, поэтому были вот такие у нас проблемы. Дали еще в капельку стрекар на всякий случай от фитофторы. Вот. Ну и наверху у нас уже прекратилось. То есть видно, да, вот сейчас даже по пасынку, что азота ему очень не хватает. Но он нам не нужен, потому что нам не нужно, чтобы у нас трескались томаты. Поэтому азот идет у нас только в кальциевой селитре и немножко в нитрате калия. Томат Pink ID. Еще раз говорю, я все-таки советую этот гибрид на первый оборот. А если у вас второй оборот, вы выращиваете во втором обороте, то лучше все-таки мейшуай, так как мейшуай лучше завязывается при высоких температурах. Вот. Единственное, наверное, просто у мейшуая будет примерно как на вот этой кисти. Да, эти помидоры у нас тоже потом наберут. Но у мейшуая получается какие-то плоды на одной и той же кисти, они будут у нас крупные, какие-то поменьше. У мейшуая стремится примерно отдавать один и тот же размер. Примерно один и тот же размер. Ну и томат Хакимару, который меня очень сильно удивил. Да, стоимость семечки, конечно, совсем другого порядка. Вот, но томат просто и внешний, и, ну, одни положительные эмоции, в общем. Ну, а для дачников, я думаю, что вот этот гибрид на весну, Pink ID, пожалуйста, можно его высаживать. Вот такие вот прекрасные у нас кисти. Короткие междоузлия у него, посмотрите, у него нет такого большого разбега. И вот такие вот вверху у нас кисти. Если какие-то вопросы будут у вас по этому гибриду, как обычно, пишите, я постараюсь ответить. Сегодня, кстати, у нас, сегодня у нас 16 ноября. 16 ноября. Высаживался он сюда 26-27 июля. И когда были заморозки, это было у нас 10-12 октября, 3 дня был прям мороз. Pink ID этот мороз пережил, и вот такие вот у нас сейчас прекрасные растения. По нагрузке я считаю, что все очень даже неплохо.